Они сказали, что если у нас получится его стабилизировать, ваш дедушка будет ходить даже снова. То есть сейчас он не может даже в инвалидной коляске передвигаться, но если бы ему вовремя сделали операцию, он смог бы, не только у него бы все восстановилось, да, он смог бы ходить и жить как нормальный человек. Состояние его ухудшилось, и мне вот доводят такую информацию, потому что он, к сожалению, неоперируем уже. Он находится сейчас в интенсивной терапии, он пытается стабилизировать, но он сегодня там 4-й день, его невозможно стабилизировать все. Наши пациенты в большинстве случаев остались вообще без возможности госпитализироваться. И даже если и госпитализируют в какое-то обычное отделение, там просто нет таких препаратов, нет таких лекарств, нет специалистов, которые могли бы грамотно их лечить, потому что лечение очень специфическое. Никто от этого не застрахован. Вот. Ему куда идти? В стационар. Его там капают, он там под присмотром, там специалисты, все делают там. Там отдельные боксы, куда ребеночка изолируют. Вот. А дома этого нет. Дома кто будет его капать? Это инфекционные заболевания, и они лечатся теми же самыми врачами, которые занимаются коронавирусом. Врач, который занимается его текущим заболеванием, говорит: приятель, у тебя сейчас ситуация такая, что тебе нужно срочно вылечить гепатит, иначе у тебя могут быть серьезные ухудшения здоровья. Для него проблема, ему сейчас вообще некуда обратиться.